Ну, как-то странно, у меня все вот эти яйцеклетки, вот беленькие, вон они все позади меня остаются. Вот отсюда, значит, шли ко мне вояки. Так, давай-ка проверим ящик. Гранатки. F. Так, собрали гранатки. Стульчик просто милейший, дай его шабанем. Стружку снимем. Откуда они здесь вылезали? Вот, может быть, отсюда? На всякий случай. А видишь, у этой патронов нет, у этой сволочи. Так, давай-ка мы тогда ее вот эту переложим сюда. Вот так. Вот, гадюка, да? 24 патрона всего. Ну и что это мне даст? Так, на второй у нас пистик. Слушай, так надо, по ходу дела. Знаешь, что надо сделать? Смотри, я думаю. Сейчас надо выбросить. Вот это надо выбросить. И пойти собрать еще вот там вот у трупаков. А вот это что? А вот это мне можно как-то? Не можно, понятно. Как-то надо новую винтовку у них найти. Какую-то я выбросил. Так, ребята, вот здесь что? Обыскать. Это все еще стонет. Я не могу ему. Никак не могу. Вот это давай подберем. Так, у этого. Не могу. Практически не могу больше. А вот у этого тут обрез. Вот это что такое? Господи, сколько. Мать. А вот, АК. Вот, может быть, для них подойдут патроны. Сейчас посмотрим. А, ну все, я перегружу, чтобы двигаться. Значит, ребят, мы берем сейчас. Вот это такое мы выбрасываем. Так, вот это такое перекладываем. И смотрим, сколько для него патронов. Во, совсем другая история. Возврат к игре, подожди, совсем другая история. Теперь мы, значит, тогда вот эту выбрасываем. Так, и у меня еще одна дополнительная, да? Останется, что ли, ее? Сейчас мы можем двигаться или нет? Сейчас проверим, можем ли мы двигаться. Так, двигаться мы можем в развалочку. Так, теперь сохранимся. И пошли искать счастье. Вот сюда. Что делать? Вот сюда. Я думаю, что они отсюда все бежали, хотя мне казалось, что откуда-то справа.